Парламентские уроки прошли сегодня во всех учебных заведениях Заинска. Инициатором подобного мероприятия в свое время выступил Госсовет Республики Татарстан. Министерство образования и науки откликнулось на предложение и приняло активное участие в программе. В результате, благодаря парламентским урокам, школьники познакомились поближе с государственным устройством, принципами законодательства и формирования власти в нашей стране. Традиционно парламентские уроки проводят депутаты советов муниципальных образований. В средней школе номер 4 сегодня урок провел глава района. Он рассказал ребятам о молодежной политике нашего района, сделав акцент на развитии спорта. Разив Галевич рассказал нам о том, какие дела делаются в нашем районе и городе. Рассказал, какие планы у нашего района и города на будущее. В целом, мне очень понравилось. В этом году парламентский урок прошел на тему «Сегодня школьник, завтра избиратель». Ученики в этот день получили еще и подарки. Ребятам 11-классникам мы вручаем Конституцию Республики Татарстан как будущим избирателям, чтобы в классе раздать одноклассникам. Этот парламентский урок дал ребятам 4-й школы возможность больше узнать не только об устройстве государства, но и узнать много нового из жизни одной из его составляющих – Заинского муниципального района.